Теперь радость от крутых сражений еще больше. Твой скилл приведет тебя к Е-75ТС с крепкой броней и комфортным орудием. Сражайся, как никто другой, и зарабатывай знаки классности. За них ты получишь части сертификата. Чем выше степень, тем их больше. Соберешь все, и Е-75ТС станет твоим навсегда. Не хватает пары частей сертификата? Забирай недостающие в магазине. Сражайся, побеждай и повышай уровень мастерства World of Tanks Blitz. Die Parole und trägt sie in das junge Herz hinein.
die Parole und trägt sie in das junge Herz hinein. Er wird zum Sturm Signal gegeben, das Leben will gewonnen sein. In der Landesstellung geht es endlich los. В дикой природе обитает множество прекрасных и величественных созданий. Редкие немецкие тигры, грациозные немецкие пантеры и, конечно, царь зверей – лев. Немецкий. Однако не все в нашем мире ценят эту красоту. Ведь везде, где есть что-то прекрасное, появляется и что-то ужасное. Браконьеры. Хорошо, что есть он, защитник дикой природы, Е-75ТС, и он немецкий. Только посмотрите на него. Внешний вид явно отсылает нас ко льву или тигру. Он призван заманивать трусливых браконьеров к себе. Они могут легко спутать его с жертвой. Но пусть внешность вас не обманывает, Е-75ТС – самый что ни на есть хищник. Бронирование немца обескуражит любого, кто решится напасть. Есть, правда, слабости в виде НЛД. Но ведь у браконьеров должно сложиться впечатление, что у них есть шанс. И вот слабый нижний бронелист создан для этого. Наверное. Не факт. Помимо внешнего сходства, немец также заманивает жертву своей динамикой. Чтобы браконьеры наверняка купились на Е-75ТС, у немецкого тяжа скорость по характеристикам близка ко льву. Максималка чуть больше, скорость поворота чуть меньше, удельная мощность почти такая же. И действительно, когда он крадется в кустах в поисках добычи, его легко спутать со львом. Выглядит почти беззащитным. Браконьер уже готов атаковать беспомощного немца. Еще мгновение, и Е-75 оказывается готов. Сюрприз, мистер браконьер! У меня есть отличная пушка! Наша псевдодобыча
способна ошарашить практически любого врага. Мощь, ярость и звериная агрессия – вот как можно характеризовать орудие хищника. В этих джунглях немец чувствует себя в родной стихии. Он терпеливо ждет, не торопится и не суетится. Он заманивает жертву в свою ловушку и затем нападает. Он атакует соперников в таких местах, где ни один хищник не может. Он смотрит на браконьеров сверху вниз, благодаря отличным углам, дает им шанс осознать их положение и начинает нещадно карать. И когда враг уже напал, когда обратной дороги уже нет, именно в этот момент браконьеры осознают, что происходит. Они понимают, что в действительности охотились не они. Это Е-75 охотился на них. Е-75ТС – лучший немецкий хищник на уровне. Красавица, мне бы подкалиберных на 85 миллиметров. Ящичек, а? Вы мне не поможете? И гранатку еще возьмите. Поможем не только со снарядами. Карта All Games. Возвращаем 5% за игровые покупки. Играй за счет Тинькофф Банка.